привет! С вами Нескучная Афиша, и я ее ведущая Саша Паллада. Мне уже не терпится узнать, чего же интересного приготовила для нас первая неделя лета. А вам? Поехали! В понедельник три поколения артистов ансамбля «Кантеле» соберутся вместе, чтобы исполнить новую программу «Род Кантеле». Интересно, кто кого перетанцует? Юные артисты из молодежной студии, действующий состав или все-таки ветераны поставят всех на место? Концерт пройдет в музыкальном театре Карелии. Это же летит долгожданная сова с письмом из Хогвартса. 1 июня, в День защиты детей, вы вместе со своим ребенком сможете окунуться в волшебный мир Гарри Поттера. Это просто подарок для современного подростка. В программе симфонического оркестра филармонии также композиции к фильмам «Приключения Индианы Джонса», «Список Шиндлера», «Звездные войны» и «Один дома». А теперь отправимся в подземелье к троллю. Во вторник на сцене Национального театра нам покажут сказку про удивительных существ кольфов, которые ищут мудрого тролля. Он поможет вернуть домой любимого папу. Впереди их ждут невероятные приключения, превращения, встреча с грозными оркингами и много волшебства. Ха-ха! Я королева оркингов! Ха-ха! Что это с ней случилось? Я не знаю, но видно что-то плоховастое. Учебный год подходит к концу. Кто-то готовится к экзаменам, ребята из консерватории играют. Конечно же, на музыкальных инструментах. 1 июня в Большом зале консерватории состоится отчетный концерт Оркестра народных инструментов, в котором артисты – ученики с 1 по 5 курс. В программе произведения таких классиков, как Россини, Вилла Лобоса и других переложений на народную музыку. В прокат вышел фильм «Играй со мной». Это русская комедия с элементами драмы, рассказывает реалистичную историю об актерской кухне. Пожалуй, после просмотра 90% выпускников театральных вузов скажут «верю». Авторы фильма подшучивают над самыми знаковыми моментами в жизни молодых актеров. Кастинги, съемки в рекламе, кинопробы и прослушивания в театрах. Ну, конечно же, в картине не обошлось и без любовной линии. Я Вячеслав Бесславный. Серьезно, у вас такая фамилия? Следующий. Я тебе жизнь твою актерскую сорву, ты понял? Убирайся отсюда, бесславный ублюдок! В субботу маленьких зрителей будет веселить песнями и плясками хор букашек-таракашек. Забытая кем-то в лесу пустая консервная банка станет для насекомых то танцплощадкой, то цирковым манежем, а то и вовсе оперной сценой. Живой вокал, красочные костюмы и оригинальные куклы – все это будет на микроопере «Муха-цокотуха» в Театре кукол. Кому? Победителю! И теперь душа девица, и теперь хочу жениться. В субботу филармонии нас ждет традиционное мужское грузинское пение. Красота! К нам приедет всемирно известный ансамбль «Босиани». Вокал артистов хора трогает до мурашек. Такое хоть раз в жизни надо услышать вживую. На этой неделе в музыкальном театре покажут оперу «Пиковая дама». Кроме блестящего вокала артистов и потрясающей музыки Чайковского, нам запомнятся необычные декорации города-призрака, таинственного Санкт-Петербурга, который сам становится участником истории. Мистицизм литературного сюжета поддерживают световые решения, видеопроекция и звуковые эффекты. Что наша жизнь? Ну как, неплохо, правда? Берите своих детей в охапку и бегите смотреть и слушать все самое культурное в нашем городе. А я прощаюсь. Увидимся!